Красивые длинные волосы – это не чудо. Это на самом деле результат достаточно регулярных и кропотливых действий постоянно. Если вы будете ухаживать за своими волосами, поверьте мне, они ответят вам взаимностью, и вы увидите разницу. Что такое правильно ухаживать за своими волосами и какие маленькие секреты по уходу за моими волосами у меня есть. Первое. Я стараюсь достаточно редко мыть свои волосы. Как правило, я их мою раз в 3 дня. Раньше мыла в 2, сейчас перешла на 3, и меня это вполне устраивает. Что делать, если ваши корни на 2-й, на 3-й день начинают жирниться, и вы выглядите как прилизанная мышка? Здесь, честно говоря, я тоже не изобрела пока ничего нового. Сухой шампунь вам в помощь, и нанеся небольшое количество сухого шампуня непосредственно на корни ваших волос, вмассировав пальцами и вычесав потом лишнюю часть сухого шампуня, вы, собственно, получите голову, которая будет выглядеть, как будто ее только что помыли. Честно говоря, я не очень часто люблю пользоваться сухим шампунем, и по возможности я стараюсь отказаться от него. Мне повезло, к счастью, мне идут гладкие прически, и на 2-й, на 3-й день я, как правило, делаю более гладкую прическу, что позволяет мне не травмировать мои волосы лишний раз и сохранить их. Секрет номер 2 – это мытье волос. Мытье волос, соответственно, использование шампуня, кондиционера и различных масочек. Я уже давно поняла, что те продукты, которые предлагает масс-маркет для ухода за волосами, по своему качеству меня не очень устраивают, поэтому я последние лет 5 перешла на профессиональные шампуни и на профессиональные кондиционеры и маски, то есть на профессиональную косметику по уходу за волосами. Я попробовала достаточно много марок, и я с удовольствием вам в отдельном видео расскажу про те шампуни, про те кондиционеры и про те марки, которыми я пользуюсь именно сейчас. Хочу на данный момент остановиться на нескольких правилах, на нескольких критериях, которыми я руководствуюсь при выборе шампуня и при выборе кондиционера. В первую очередь, он должен быть качественный, и у него должен быть очень хороший состав. Второе. Шампунь, в первую очередь, он должен очищать. То есть основная функция любого шампуня – это очищать ваши волосы. Шампунь может быть базовый, он может быть любой. Не заморачивайтесь сильно с многофункциональными шампунями. Если вы выберете слишком питательный шампунь, то он, как правило, будет утяжелять ваши волосы, и на 2-й, на 3-й день после мытья они уже будут становиться слишком жирными. Они даже могут становиться жирными, в принципе, уже к вечеру того же дня, когда вы помыли голову. Поэтому для мытья своих волос я стараюсь выбрать очищающий шампунь, либо легкий шампунь, легкий мягкий шампунь, который очень мягко, очень аккуратно очистит кожу моей головы, очистит волосы от различных загрязнений окружающей среды и от кожного сала, которое накопилось у луковиц. Так как я являюсь счастливой обладательницей именно длинных волос, то обычные стандартные кондиционеры мне, к сожалению, не очень подходят. Просто для того, чтобы полноценно проухаживать за моей длиной, базового кондиционера полужидкого средней жидкости мне недостаточно. Я стараюсь выбирать кондиционеры как можно более густой консистенции и с как можно большим количеством разнообразных питательных веществ. Я наношу их на волосы и стараюсь держать не 1-2-3 минуты, как обычно написано в инструкции, а стараюсь держать их 10-15 минут, параллельно делая какие-то масочки на лицо или какие-то процедуры для тела, и только потом смывать кондиционер теплой водой. Еще один секрет по уходу за волосами. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были красивыми и блестящими, после того, как вы помыли волосы теплой водой, пожалуйста, теплой, не горячей, потому что горячая вода все-таки пересушивает ваши волосы. Так вот, после того, как вы тщательно вымыли кондиционер из ваших волос, облейте свои волосы холодной водой. Я регулярно после мытья своих волос обдаю всю длину волос холодной водой, ледяной. В летнее время мне это дается достаточно легко, в зимнее время, честно говоря, у меня с этим не так легко, как в летнее, потому что я жуткая мерзлячка, и я стараюсь либо наклонять голову на бок, ну, делать максимально так, чтобы холодная вода касалась моих волос и не касалась моего остального тела, иначе я жутко-жутко замерзаю. Даже если вы хотя бы в течение 2 недель будете после каждого мытья волос обливать ваши волосы ледяной водой, вы увидите результат. Поверьте мне, ваши волосы будут более гладкие и более блестящие. Еще одна хитрость. После того, как я смыла с моих волос кондиционер и подсушила их полотенцем, я всегда наношу на свои волосы специальный уход. Это может быть либо масло. Масло я стараюсь выбирать легкое, не слишком отяжеляющее мои волосы. И наношу его достаточно обильно, потому что я знаю, что мои волосы пористые, и
непосредственно ухода, они готовы впитать достаточно много. Если у меня заканчивается масло, либо я понимаю, что в какой-то из периодов для меня масло становится тяжеловато, я использую специальный крем. Обо всех этих продуктах я вам тоже расскажу. Я наношу крем, либо масло на волосы, тщательно распределяю их по всей длине ладонями, и непосредственно я заматываю волосы в пучок и даю им какое-то время напитаться тем составом, который я на них нанесла. Я ни в коем случае влажные волосы не расчесываю. Расчесывать можно волосы только хотя бы немного подсушенные феном, либо высушенные натуральным способом. Еще один мой маленький секрет – это то, что я очень редко сушу волосы феном. За редким исключением. Нет, конечно же, я, как и любая нормальная девушка, женщина, я могу высушить свои волосы феном, но только в том случае, если я куда-то спешу. Мне очень нравится, когда мои волосы сохнут естественным образом. В летнее время это происходит быстрее, в зимнее время это происходит медленнее, но поверьте мне, как только вы откажетесь от фена, вы увидите, что ваши волосы говорят вам спасибо. Уже через достаточно непродолжительное количество времени вы увидите, как качественно изменились ваши волосы, насколько они более блестящие и насколько они менее пересушены. Итак, после того, как я нанесла масло, завязала пучок и походила с ним минут 10-15, я просто распускаю волосы, разбираю их пальцами и позволяю им подсохнуть. В таком состоянии я могу делать какие-то домашние дела, я могу что-то писать, читать, смотреть кино. Я оставляю волосы в таком состоянии минут на 40-50, иногда и дольше, для того, чтобы они полноценно смогли подсохнуть. И дальше я уже смотрю по состоянию. Либо я немного на среднем режиме подсушиваю их феном, либо я, собственно, высушиваю, если у меня есть время и возможность, я высушиваю их натуральным образом до конца. Еще один маленький секрет, о котором я вам забыла рассказать. Я стараюсь мыть волосы с утра. Пожалуйста, не мойте ваши волосы вечером, потому что это не очень хорошо для волос. Признаюсь честно, спать с мокрой головой совсем некомфортно, поэтому если вы моете голову вечером, вы, как правило, ее будете сушить. Я несколько раз мыла свои волосы перед сном и просыпалась каким-то таким чудесным феерическим одуванчиком, после чего я пришла к выводу, что я все-таки отказываюсь от мытья волос перед сном. Я мою волосы по утрам для того, чтобы пока я делаю какие-то свои домашние дела, пока я готовлю еду, мои волосы смогли подсохнуть естественным образом, чтобы я как можно меньше могла использовать фен, про утюжки, плойки и различные аппараты для укладки волос. Как я вам уже сказала, я к ним отношусь негативно, я очень редко стараюсь их использовать и по возможности не использовать их вообще. Честно говоря, я искренне считаю, что если у вас красивые, длинные, ухоженные волосы, вам глобально не надо их ни накручивать, ни начесывать, ни выпрямлять. Они и так красивые, здоровые. Еще один мой секрет – это то, что я достаточно негативно отношусь к различным средствам для укладки волос, к различным муссам, гелям, лакам для волос. В принципе, в обычной жизни я ими совершенно не пользуюсь и вам бы не очень рекомендовала. Единственное средство по укладке для моих волос, которое я признаю, это масло. Это несколько капель льняного масла, которое я растираю между ладонями и аккуратными движениями наношу по всей длине. Во-первых, для того, чтобы убрать излишнюю пушистость, и во-вторых, для того, чтобы придать моим волосам еще более красивый жемчужный здоровый блеск. По поводу регулярного подравнивания кончиков, у меня тоже есть своя позиция. Честно говоря, я считаю, что кончики надо подравнивать, кончики надо срезать только в том случае, если они испорчены и пересушены. Вот ровно на ту длину, которая испорчена, и надо срезать ваши кончики. Если ваши кончики здоровы, если ваши кончики ухожены, то у вас, честно говоря, нет никакой необходимости регулярно подрезать ваши волосы. Вы совершенно спокойно отращиваете ту длину, которую вы хотите отрастить и которая вам нужна. Лично я свои кончики подстригаю раз в 8-9 месяцев, и мне этого вполне достаточно. Более того, каждый раз, когда я прихожу к своему любимому мастеру и прошу его подровнять мои кончики, он смотрит на них и говорит о том, что состояние моих кончиков волос и так великолепное, и он бы мне крайне не рекомендовал их срезать. Собственно, зачем терять длину, если можно волосы еще более отрастить. Итак, оставайтесь со мной, потому что мои ближайшие видео будут посвящены именно уходу за волосами, и в этих ближайших видео я поделюсь с вами всеми своими секретами, покажу вам все те препараты, которыми я ухаживаю за своими волосами, покажу то, чем я мою свои волосы, покажу то, чем я расчесываю свои волосы, чем я лечу свои волосы. Покажу те масла для волос, которыми я пользуюсь, и те средства, которые мне помогают поддерживать мои волосы в том состоянии, в котором они есть.
Спасибо большое за внимание. Мне очень приятно, что вы остаетесь со мной, что вы смотрите мои видео. Если у вас появляются вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии внизу. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Я от всей души желаю вам красивых, длинных и ухоженных волос.